Давайте газу, газу, газу. Ребята, они меня сейчас съедят, надо срочно убегать. О, одного я подстрелил. Отлично. Все, фух. А, еще один попался, я думал, я тех подстрелил бомбочками, а тут еще один попался. Что же делать, он же меня сейчас схавает, у меня уже машина разбитая. Ребята, газу, газу. Да что ж ты будешь делать, да что ж такое? Так, у меня вроде бы есть какие-то хуу. Все, его убила молния. И этого убила молния. Отлично, все. Хух, ребята, мы с вами наконец-то финишировали. Потому что уже дальше больше невозможно так. Дорогой друг, а перед тем, как посмотреть это видео, обязательно подпишись на мой канал. Поехали! Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Вечное Детство, с вами Юра, и сегодня мы будем играть в игру «Хищные машины». Машина ест машину. Ну что ж, давайте, в принципе, с вами, ребята, начнем эту замечательную игру и постараемся, попробуем, что у нас есть. Так, начнем с первого уровня. Так, игра, говорю сразу, у нас не взломанная, так что придется нам для того, чтобы что-то предпринять, попотеть. Так, ну что ж, поехали. Так, отлично. Это что у нас? Так, это нас. Так, собираем кристаллы. Так, это у нас переворачиваться туда-сюда. Так, это у нас нитро. Вау. Давай, опа. Ребята, машина, злая машина. А где бомбочки, ребята? Вот бомбочка. На. А где еще одну бомбочку для машины этой? Она же меня сейчас просто схавает. Дайте мне срочно бомбочку. Ребятушки, так, едем, едем, едем. Все, одну бомбу скинули, надо еще одну. Все, бросаем еще одну бомбу. Или нету, нету, пока нету. Ай, да что ж такое, сейчас меня сожрут эти автомобили. Давайте газу, газу, газу. Ребята, они меня сейчас съедят, надо срочно убегать. О, одного я подстрелил. Отлично. Все, фух. А, еще один попался. Я думал, я тех подстрелил бомбочками. А тут еще один попался. Что же делать? Он же меня сейчас схавает. У меня уже машина разбитая. Ребята, газу, газу. Да что ж ты будешь делать? Да что ж такое? Так, у меня вроде бы есть какие-то хуу. Все, его убила молния. И этого убила молния. Отлично, все. Фух, ребята, мы с вами наконец-то финишировали. Потому что уже дальше больше невозможно так. Так, ну что ж, давайте перейдем. Так, это что у нас? Колесо фортуны. Так, ребята. Ну что ж, давайте крутанем колесо. Что нам попадет? Так, как в поле чудес прямо. Хоп, о, плюс 50% энергии у нас. Отлично. Я считаю, что это отлично. И мы продолжаем нашу игру. Так, хорошо, замечательно, я хочу вам сказать, просто замечательно. Так, шоп, здесь мы можем увеличивать здоровье автомобиля, шины, там все, да. У нас 467 энергию. Так, давайте колеса купим помощнее немного. Так, и на остальные давайте купим энергию. Все, теперь у нас энергии будет намного больше. Осталось купонов у нас очень мало, так что давайте теперь перейдем к следующему уровню. Так, уровень у нас второй. Так, ребята, ну что ж. Ну что ж, ребята, газу, газу, газу. Так, хищные машины на взвод. Да что ж ты переворачиваешься? Давай, газуй, газуй, газуй. О! Ребята, посмотрите, куда я взлетел на нитро. Вы видели? В небо. Далеко-далеко. Так. Так, бомбочку мы кинули. Хищную машину разорвало сзади нас. Отлично. Ой-ой-ой-ой, еще одна. Ой-ой-ой. Мимо, мимо, мимо. Так, ну ничего. Сейчас что-то поправим. И возьмем. Так, все. Вот нитро мне нравится. Вот нитро можно... Так, все, одна машина уже готова. Все, и вторая. Фух.
Вот ребята еще навстречу мне выехали. Ай-яй-яй-яй. Давай газуй, убегай от них, а то они меня сейчас просто разорвут. А вот ребята, Капитан Америка. Капитан Америка, спаси меня, пожалуйста. От этих злых тварей, которые меня хотят съесть постоянно. Так, аккуратненько, аккуратненько. Ребята, хищные машины, это вам не шуточки шутить. Финиш, ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Да, ребята, мы с вами финишировали и убили этих противников. Отлично. Так, идем дальше. Так, уровень второй пройден. Ребята, у нас есть 440, мы можем купить что-то в магазине за 400. Давайте здоровье купим. Все, здоровье автомобиля, мы себе купили бампер. Отлично, так. Ну что, давайте перейдем к следующему уровню. С вами это уже будет уровень 3. Ну что ж, погнали. Ты что, куда ты меня? Я тебя взорву сейчас. Ты что, хотел съесть меня? Так, собираем алмазы. Нам никто не мешал. Ой-ой-ой-ой, перевернулись, перевернулись. Давай газу, 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 газу. Ого, ребята, новая машина хищная какая появилась. Вы видели, с открытым ртом. Вот это точно сожрет сразу же. Давай, давай, давай. Не хочу, чтобы меня съели. Я буду хоть убегать, хоть что-то делать. Так, все. Все, ребята, я бомбы им набросал. Отлично. И они от меня отстали. Так, осталась одна вот эта возле меня. Так, ну сейчас мы от нее убежим с вами. Бросим вот так бомбочку и все готово. Так, отлично. Что это за Супермен такой стоит? Так, ребята, дайте проехать быстро, пожалуйста. А то там догоняет меня. Все, злая и хищная машина. Очень злая и хищная машина меня догоняет. Я до финиша доеду, и она развалится. Да, ребята, я успел. И эта машина развалилась. Так, отлично. Этот уровень тоже пройден. Давайте перейдем в магазин. И купим для нашего автомобиля скорость, ребята. Все, купим новый двигатель. Все, отлично. Мы купили новый двигатель. Теперь наш автомобиль будет ехать еще быстрее. Давайте посмотрим. Так, уровень 4. Отлично. Погнали. Пошел, 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 пошел. Тихо, 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 дорогой. Так. Тихонечко, тихонечко. Газу, газу, газу. Так, все, нитро включили на полную катушку и улетели. Так, все. Самое главное, побольше алмазов собрать, чтобы мы могли что-то купить потом в магазине. Да что ж ты, отстаньте от меня. Что вы так прицепились? Так, все, одного мы взорвали. Так, второго взорвали тоже. Так, камни попадали, ребята. На кого только они попадали, непонятно. Или это бочки какие-то? Да что ж такое, дайте мне... Хоть разогнаться, я же не могу от вас даже убежать никуда, ребята. За мной погоня конкретная, за мной охота идет, за мной куча машин хотят меня просто сожрать. Посмотрите, сколько их здесь, которые реально уже погрызли мою машину, и она уже вообще автоматически уже даже не едет, потому что реально все, ребята, меня съели. Так, ну что, так, я могу взять эту еще помощь одну, потому что хорошо, что я взял одну жизнь, ребята. Потому что меня бы просто съели. Ну что ж, ребята, мы с вами доехали до финиша и прошли с вами этот уровень тоже. Так, ну что ж, давайте заглянем еще сюда. Что здесь у нас мы можем купить? Мы можем купить больше бомбочек, да? Отлично, давайте купим больше бомбочек. И, собственно, перейдем к следующему уровню. Ну что ж, ребята, уровень 5. Погнали. Так, собираем. Так, отстань от меня, пожалуйста, я тебя прошу. Все, ребята. Одну гранату единственную была у нас с вами, мы ее использовали. И все. Ай-яй-яй-яй, там сколько было рубинов, этих алмазов. А я их не собрал. Ай-яй-яй-яй. Так, все, гранату мы бросили. Отлично. Давай, 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 газуй, газуй, газуй вместе с этими бочками. Ах, съели меня, съели, съели, съели. А, ребята, я не могу купить себе, так что
можно купить за очки, но у меня не хватает очков. У меня 117, а нужно 500, чтобы купить здоровье. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Так, давайте возьмем рестарт этого уровня и попробуем, попытаемся еще раз пройти. Давай, погнал, пошел. Да что ж ты никак не уедешься. Так. Газу. Так, алмазы берем. Все берем с собой. Так, отлично, идем дальше, едем. Так, едем дальше, отлично, пошел. Так, гранату бросили, все разорвались, отлично. Отличные показатели, нам бы главное доехать. Ай-яй-яй-яй, не съешь меня, пожалуйста, не съешь, я хочу. Ой, гранату, мимо выбросили гранату, ну как так можно, а? Расскажите мне, хух, ребята, мы какую-то взяли защиту. Прикасаемся ко всем, и все, конечно, сразу же начинают умирать машины. Так, ну все, она уже, естественно, не действует. Да, ребята, мы с вами доехали до финиша и прошли этот уровень. Я уже думал, что мы его с вами просто не пройдем. А мы с вами, видите, как отлично прошли все. Да, круто получается так, да. Мы с вами еще можем. Так, мы можем в шоп, ребята. И мы можем на 700 купить еще, мы можем... Я считаю, что мы можем купить вот колеса. Все, ребята, мы купили новые колеса и продолжим с вами игру уже на 6 уровне. Так, уровень 6. Давай газу. Да что ж такое? Давай, что ты никак не можешь перевернуться, что ли? Я прям не могу. О, все, отлично. Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Так, не собрал я. Да что ж такое, сразу съели меня, ребята. Нет у меня вообще ничего. Сейчас возьму рестарт, потому что съели меня. Вон памятник вылез, и ключи на памятнике написано, что ты проиграл и этот уровень не прошел. Так что давайте с вами просто заново возьмем, наверное, и пройдем его. Потому что вообще это никуда не годится. Бегай. Так, вроде гранаты помогают потихонечку бороться с этими тварями. Но недостаточно. Недостаточно еще. Ай-яй-яй-яй, съели меня. Ну посмотрите, конечно, у них какие-то акульи пасти просто. Конечно, они меня съедят. Так, переиграем, конечно. Что же делать? Переиграем. Так, ну тут надо подождать, да, ребята, получается, версия не взломанная у нас. Ну, ладненько, ребята, продолжим в следующем выпуске. Ну что ж, дорогие друзья, этот выпуск подошел к концу. Если вы еще не подписались на мой канал, обязательно это сделайте. Обязательно подпишитесь, поставьте лайк и оставьте, естественно, свой комментарий под видео. Буду очень рад дружить с вами. До встречи, дорогие друзья.